Так, девочки, Беллу забрали из клиники сейчас. Вот она, моя девочка, красавица моя, моя хорошая. Вот такая девчушка у нас, худющий скелет. Но, по крайней мере, девочка встала на лапы. Вот такой у нас ребенок. Сейчас мы ее посадим в вольерчик. Она у нас будет сидеть в вольерчике одна, на свежем воздухе. И будем ребенка откармливать и давать ей таблеточки. Ну, а там как Бог пошлет. Да, ты мое солнышко. Ты мой ребенок, скелет, ты мой бедный. Ты моя деточка. Сейчас, мое солнышко. Так, ну все, отлично. Подожди, подожди, я ее одену еще. Подожди. Смотри, деточка, сюда моя. Ты моя красивая. Ты моя солнышко. Вот так мы ребенка одели. И она у нас будет в таком варианте сейчас ходить. Но это до тех пор, пока мы что-нибудь не придумаем. А пока дитё у нас будет закутанное вот так. Ей необходимо жить на свежем воздухе. Необходимо просто. Она быстрее начнет управляться. И хорошее питание. Сейчас таблеточки будем давать. Ну, ребята, помоги нам, Бог, ребенка спасти. И, детка, иди сюда. Иди, моя хорошая, ложись. Иди, иди, ложись. Иди, мама тебе постелила, иди, ложись. Иди, мое солнышко, иди. Белочка. Бела. Моя девочка. Амина, девочка. Красавица такая. Ты спишь? Ладно, ты спишь. Хорошо. Да ты моя лошадь, красивая мамина. Ты моя красавичка. Да? А ты? Ты зайчик мой добрый. Ты моя девочка. Ты моя солнышко. Ну, ребят, мои хорошие, мои красивые. Да-да-да. Мои хорошие. Да, ребят, у нас места не хватает. Нам нужна срочно земля. Нам срочно нужна земля. Да, ребят? Нам срочно нужна земля. Да ладно. Боримор едет к врачу-кардиологу. Сейчас мы ее отвезем. Врач ее осмотрит. Ребят, девочка потихонечку поправляется. Уже не такая страшная, как была. Да, мое солнышко? Пойдем, моя красавица. Пойдем, мое солнышко. Сонечка, я тебя очень прошу, сделай там пару видео, ладно? Конечно. Так. Пошли. Все хорошо, Соня? Конечно.
Вот такая у нас беремора, можно пописать. Такая у нас красотка. Наша девочка, которая лежала, не вставала. Вот такое солнышко у нас. Вот такая девочка у нас красавица, да, Берри? Берри. Эй, такая моя беремора. Ну-ка, подержи теперь ты. Держи от поводок, крепко держи. Одень на руку. Так. Вот такая девчушка наша. Такая мамина красавичка, да, ты девочка моё солнышко, мамина. Сонь, поправилась немножко, да, точно? Да вообще, да ты что? Хорошо. Ну, ребер уже почти нет. Ну да. Ну, красота. Ну, там кости торчали, да, ну хоть поправляться стало. Ну, мясо там. Да ладно. Ну, слава богу, девчонки, уже слава богу. Вот уступили бы тогда. Не дай бог, не дай бог. Зачем? Она еще... Там все нормально, да? Да. Да. Приходилось откачивать, да, вам что-то. Все, сказать. Все. Ну, просто шлем поправку. С торговой все. Каждая нету. Возвращайте. Здесь то поменьше стал, в принципе.
Ест очень плохо, по капельке. Очень плохо стала есть. Эти дни кушала хорошо, а сегодня опять плохо. По капельке ест.